Всем привет, ребят! Ну что, настал этот день на русский сервер. Дали плюхи, дали Clashers Day, подарок в день обитателя. Короче, такая вот тема 11 числа. Спасибо за постоянную поддержку. Поддержку в чем? В том, что мы вам даем дохренища бабла, вы нифига не делаете толком. Так, что интересного есть? Сегодня видосик будет такой нестандартный. Вчера мы задали вопрос, что за фигня, почему на русском сервере, также на английском даже фигня получилась, не восьмые эмблемы, как на китайке. Идется речь об вот этой акции «Карта богатства». Вчера отсюда я достал две штуки и написал в ТП, сейчас покажу, что. Давайте наймем слизь, заберем камешки. В общем, вот это реально тема классная, то, что это без доната получается. Но есть вот этот нюанс. У нас первая эмблема на английском, тоже первая. На китайке восьмая. Я не знаю, кто там вытаскивал. Если кто-то вытаскивал, то это реально тема. Напишите в комментах. Получили мы, ребятушки, хроны. Я как-то об этом даже не задумался, честно говоря. Это недостающий у меня герой. Это очень круто. Все дела. У многих хроны есть. Скин. Вот самое толковое, это, наверное, скин. Потому что он очень многое решает и дает возможность вам поставить второй талант. Так, поехали, смотрим. Смотрим, ответили ли нам мои запросы. И что мы видим? Очереди. Уже прошли сутки. Для сравнения вам просто скажу. Если бы я написал, возможно, своего топ-аккаунта, я не знаю, ответили, как бы ответили. Но посмотрим, что будет дальше. Но здесь уже сутки прошли. То есть, если у вас сломали аккаунт, вас сливают, вам надо просто тупо на выходных сутки ждать для того, чтобы вам ответили, либо что-то предприняли. Возможно, там другие рубрики получше, но это, в принципе, рубрика. Какая разница, какая рубрика? То есть, ответ должен быть к игроку всегда. Как по сути, донат, не донат, мы приносим им там определенную прибыль, аудиторию и прочее. К сожалению, на сегодня в Castle Clash самая большая проблема то, что поддержка не онлайн, не круглосуточная, хотя они могут себе позволить это с активами, которые не получают, хотя бы одного человека посадить. Я думаю, там да, там много заявок, много всего, но который будет этим заниматься хотя бы каждый день, там в будние дни побольше будет, на выходных хотя бы отвечать. Сутки ответа нет. Ничего они не ответили. Будем смотреть на эту ситуацию дальше, что они ответят. Но если у нас на английском сервере дали такую же дичь, сейчас мы тоже туда дойдем. Сейчас мы разберемся с этим аккаунтом и пойдем туда. То это печально. Это реально очень печально. Потому что все надеялись на одно. И на китайке по сути дает. А у нас нифига. Так, 30 камешков. Давайте плюшки пооткрываем. Достаточно места. Ну, такое себе. Бум. Слизни. Коробку так и не дали. Жлобы, короче. О, ничего себе. У нас еще плюс 80 силы качнулось. Вот, и я после этого просто понимаю, что качать без дона на русском сервере, ну, знаете, да, это трэш, это бомбически, но это реально печально. Пишите в комментах, что вы по поводу этого думаете, потому что есть куча других интересных серверов, как немка, например. И вам ничего не составит иметь здесь просто обычный аккаунт без ничего, и просто переводить, если вы там не понимаете, вы новичок. Не буду я хрона качать, Фрейя надо качать под битву гильдии. Так, также у нас есть сегодня обалденная новая акция «Поделись с друзьями». Типа, давайте
сделаем побольше аудиторию, потому что уходят на русском сервере. Кран-машина. Ну, поехали. Есть одна бесплатная попытка, если вы поделитесь с друзьями. Но стоит ли делиться такой игрой с друзьями, где чайка? Поделиться. Шановні абоненти, даний ресурс заблокований. Что мы в итоге имеем? Я не могу поделиться игрой из-за того, что в Украине стоит блокировка. Mail.ru, Контакт, Одноклассники, Яндекс. Без VPN сделать нифига нельзя. То есть вам придется заходить и делиться. Сейчас я зайду с планшета, так как на нем есть VPN. Ну, через Nox, например, я зайти и зарепостить это все не смогу. И это реально печально. Может, там можно встроенный какой-то сделать, поставить. Но это реально очень огорчает нас всех. Такс. То есть, ну, по сути, вот так вот задуматься. Что это за техподдержка, которая раз в сутки отвечает? Кто не отвечает? Я уверен, что завтра тоже ответа не будет. Вот ради интереса зайду и покажу вам. Вот мы можем даже ради интереса написать на английском сервере. Видите, как там техподдержка держивает. Я это уже не раз показывал и рассказывал. Но я писал там опять же. А все, у нас есть уже попытка одна. Типа нам ее дали. Ну, оно открыло. Типа мы поделились. Можно просто зайти, нажать. Так, давайте сюда забежим глянуть, я тут забрал все или нет. В общем, такие вот дела, не знаю, от этого реально бомбит. Так, книги сегодня. Ну, спасибо хоть за книги. Так. Специальные магазины, RSB, кузница. Найм героев, короче, сделали все, что хочешь. Латайка. Но, к сожалению, печаль. Вот это вот больше всего расстраивает, то, что сервер гнется из-за того, что они реально им не занимаются. Так, и что у нас тут? О май гад, сумка питомцев 2. Вот это мы прокачаем сейчас пэтом. Вот это, ребятушки, жесть. Просто отлично. Ну, конечно, я бы радовался, если бы было бы что-то более интересное. Так, идем. То есть здесь мы и так, думаю, вам все понятно. Идем на нормальный сервачок. Английский. На китайке так и дают, кто хочет, можете зайти посмотреть разницу наград. Реально, это жесть, ребят. Так, что у нас тут есть интересного? 125%. 1 плюс 1 пак. Так, какие twice available clashes day? Так, бонусы. Это за вход. Catchy price. Вот тоже есть здесь. Ну, поехали. Посмотрите, сколько здесь акций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, ну это бонусы, 10, это просто, блин, просто жесть, ребят, вот вам разница. О, нифига себе, типа бонус плюхи, вот эта акция, еще плюс 15%, плюс 2500, ребятушки, плюс 2500, еще плюс 1600, нифига себе. Плюс 840. Обалдеть. Вот посмотрите, сколько я сейчас бонусов получу. Офигенно. Вот это вот ради этого реально стоит. Коллекционер. Неплохой, но сегодня, кстати, что-то дают эти. Давали слизни в прошлый раз. Так, вот эта акция. Карту вытащили. Обалдеть. Хорошо, хоть не первого левела. То же самое тема. Та же самая тема.
О, нифига себе, посмотрите, какой дискаунт. Обалденный дискаунт, как по мне. Вообще, смотрите, надо забрать. За 2500 пусть себе там валяются. А 10 за пятерка, ну, стирачка. Ой, нафига я, давайте паролем. Самики, смотрите, сколько самиков еще бонусом получил. Обалденно, обалденно, я считаю. Так, 12 за 500. Ну, зажрались, ребята. Короче, ладно, потом разберемся. Бум! Плюс 4000. Просто огонь, ребят. 1 плюс 1. Вот так вот. Вот этот пак 1 плюс 1. И походу, я не знаю, сколько у меня там было землеройки, еще далее. Плюс 2000 питомцев. Ну вот это то, о чем я говорю, что здесь намного все круче и просто бомбически еще акция какая, видали? Акции. Так, плюс 7 монеток. Надо будет вроде этого добрать. Большие паки с 50. Ну, мне смысла нету их брать, так как у меня все есть. Ну, как бы тут вопрос, хотя там книги есть. Ну, я эти не могу сундуки открывать. Семь плюс семь, 14, 12. Отлично, заберем потом. Вот так вот, ребятушки, пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Ну, я не знаю, это реально просто жесть. Все, всем таких же призов, всем удачи, всем пока.